На 94-м году ушел из жизни советский и российский журналист-международник Леонид Камынин. Леонид Иванович Камынин работал в газете «Известия» более 44 лет, с 1951 года, сразу после окончания Московского государственного института международных отношений. Тогда начинающий журналист оказался в международном отделе и специализировался на странах Латинской Америки. Затем Камынин начал писать о Кубе, он стал первым корреспондентом издания на острове, поэтому имел возможность освещать события, связанные с революцией в стране. За свою длительную карьеру в газете журналист успел поработать в Чили, Аргентине, Перу, Боливии. Его коллеги отмечают, что корреспондент прекрасно владел испанским языком.